Уважаемая Любовь Павловна, уважаемый Александр Юрьевич, Александр Дмитриевич, Сергей Михайлович, дорогие земляки, ленинградцы! Ленинградской области исполнилось 97 лет. Для истории 97 лет – это совсем короткий срок. Но мы с вами хорошо знаем, что эта земля и жившие на ней люди сотнями лет составляли неотъемлемую часть большого русского мира, часть нашего великого Отечества. И сегодня население Ленинградской области чтит многовековую историю этой древней и благословенной земли. Именно здесь, на берегах Невы, Ладоги и Волхова, зарождалась российская государственность. Здесь строился Петровский флот из берегов Балтики. Молодая Российская империя выходила на мировые пространства. А в середине прошлого века на территории Ленинградской области проходило одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Битва против нацизма. Битва за наш родной Ленинград. И сегодня около 20 тысяч жителей Ленинградской области, продолжая священное дело наших отцов, дедов и прадедов, с оружием в руках ведут непримиримую борьбу с нацизмом 21 века. Пожелаем им скорейшего возвращения домой с победой! Прошлое Ленинградской области – это твердый, надежный фундамент для поступательного развития региона. Сегодня промышленность, сельское хозяйство Ленинградской области занимают ведущие позиции во всем северо-западном федеральном округе. По территории региона проходят стратегические, критически важные для всей нашей страны транспортные и энергетические артерии. Здесь реализуются значимые социальные проекты и программы. И я очень-очень рад, что и город, мой родной город Санкт-Петербург, и моя родная Ленинградская область живут и трудится в мире, в согласии, в дружбе. И жители наших двух регионов вместе напряженно трудятся на благо этого огромного петербургско-ленинградского мегаполиса.